Что это? Расческа? Нет, это тренировочный болисонг, она же бабочка. Зубья расчески имеют острые грани, волосы будут зацепляться и рваться. Так что только тренировки. Или усы расчесать. Металл толстый, увесистый, размер средний. В качестве учебного пособия не повредит пальцы. И самое главное, не запрещена законом. Ну а после двухнедельной практики, если ты, конечно, быстро учишься, можно задуматься о настоящем болисонге с ножиком вместо расчески. Вот тогда ты и проверишь свои навыки. Но знай одно, ошибаться нельзя. Ножик очень острый. Принимай участие в конкурсе и выиграй вот этот смартфон абсолютно бесплатно. С тебя лайк, подписка, колокольчик и пара комментариев для того, чтобы рандомайзер смог выбрать именно тебя. И как только мы наскребем 20 000 лайков, я объявлю победителя в ближайшую пятницу. Всем удачи!